Уважаемый Валерий Васильевич, уважаемые коллеги, мной принято решение о досрочном сложении полномочий председателя Саратовской областной думы. Написал заявление по собственному желанию. На внеочередном заседании областных депутатов Иван Кузьмин публично признался, что уходит. Каковы основания для того, чтобы, чувствуя о том, что я через какое-то время могу что-то, какие-то вопросы не успевать делать в связи с нагрузкой, которая здесь на председателя Думы, то я принял решение, осознанное решение, вовремя отойти в сторону для того, чтобы этого не случилось. Иван Кузьмин 17 лет руководил Саратовским государственным цирком братьев Никитиных. После 2016-го карьера стремительно пошла вверх. Он был и министром культуры, и председателем правительства региона. А в сентябре 2017-го стал депутатом и спикером Саратовской областной думы. За его избрание тогда проголосовало большинство. Вы знаете, эту думу, так как я ее вижу, была достаточно активной. Здесь были очень жаркие дебаты, дискуссии. Иван Георгиевич давал возможность реализоваться в полном объеме. Работалось конструктивно. Единственное, я всегда, ну, как человек, который ценит минуту, считал, что надо как-то пожестче проводить обсуждение вопросов, значит, не пускать их на долгое обсуждение. Ну, Иван Георгиевич считал, что надо дать возможность высказаться всем. Нет смысла, наверное, жалеть, и надо двигаться вперед. Мы надеемся, что это движение к компромиссу, к большему компромиссу, к большему пониманию, что в Думе, да, еще больше будет демократии, больше возможностей конструктивно работать. На заседании назначили временно исполняющего обязанности спикера. Пост заняла Ольга Балякина. Кем будет на этот раз, Иван Кузьмин афишировать не стал. В СМИ предполагают, что экс-председатель может возглавить Общественную палату региона. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.